Привет, мой друг. Ты на канале Виторио Амусо. Сейчас ты узнаешь самые лучшие способы заработка виртов. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк и подписаться на канал, ведь это мотивирует меня снимать новые видео. Ну а я желаю тебе приятного аппетита, если ты кушаешь, приятного просмотра. Погнали. А если ты еще не начал играть на Родин РП, но очень этого хочешь, то регистрируйся по ссылке в описании. В лаунчере выбирай сервер Южный округ. После этого укажи мой никнейм Виторио Амусо при регистрации. А когда ты уже достигнешь 6 уровня, вводи мой промокод ANG. После выполнения этих условий напиши мне, и я выдам тебе 4,5 миллиона вирт. Многие из вас ищут самые лучшие способы заработка на родине, но, к сожалению, их не находят. Пересмотрев YouTube, что ютуберы снимают про заезженные и неактуальные способы заработка. Ребят, сразу вам скажу, что способы, о которых я буду рассказывать, не подходят для новичков. Ну так вот, пересмотрев YouTube и не увидев ничего интересного, я захотел снять видео, которое ты сейчас смотришь. Сейчас я вам расскажу о двух самых лучших способов заработка на родине РП. Первый способ. Крафт предметов с дальнейшей продажей. Многие знают, что с обновлением Родины РП добавили новую випку, которая называется ADD. Это, к слову, дополнение к премиум вип. Но мало кто знает, что крафт любых предметов в верстаке становится очень выгоден, поскольку с этой випкой использование ресурсов становится меньше. К примеру, для крафта алюминия без ADD-шки нужно 3 металла, а с ADD-шкой уже 2. Вы скажете, что разница в один металл не особо велика, но если взять, к примеру, затраты на крафт кирки, то уже разница очень большая. С помощью математики 5 класса мы можем примерно посчитать, сколько будет стоить одна попытка крафта кирки без ADD-шки и с ADD-шкой. Что по ценам на ресы? Все ресурсы я посчитал по средней цене, а именно, металл по 30 тысяч за штуку, дрова по 3500, бронза 7500, лёный хлопок по 1000. Итог. Одна попытка крафта кирки без ADD будет стоить 1 миллион 256 тысяч, а с ADD-шкой 671 тысячу. А теперь представим, что кирка нам будет выходить с 30 попыток. Без ADD VIP кирка нам выйдет в 37 миллионов 680 тысяч, а с ADD-шкой куда более интереснее, целых 20 миллионов. Согласись, результат налицо. Учитывая, что красная кирка продается на центральном рынке по 26 или 24 миллиона, а скуп на кирке сейчас по 22 миллиона, крафт очень выгодный. Лично я с этого способа заработал за сутки более чем 250 миллионов. Учитывая, что я не напрягался, эта цифра очень добротная. Больше всего времени у вас будет занимать скупка ресов для крафта. Кстати, я рекомендую вам крафтить шляпы со свечой. Крафт у них дешевле, чем у кирки, а на сыр их разберут очень быстро. Лично я продавал по 25 миллионов, а тратил на крафт примерно по 10 миллионов. Ну а теперь перейдем ко второму способу заработка на родине РП. Скуп на сыр. Суть проста. Скупаешь вещи дешево, продаешь задорого. Но для этого вам нужна палатка. Примерно 100 миллионов вирт для старта и, конечно же, фастбай. Ведь вручную выставлять скуп очень дорого. Особенно с оптимизацией родины РПГ и крашами, больше 3 часов ты не простоишь. Ну так вот, если у тебя есть фастбай, то я тебя поздравляю. А если его у тебя нету, то придется попотеть. Просто приходи на ЦР, ставь лавку в топовом месте, выставь скуп, иди занимайся своими делами. Деньги будут фармиться на ура. Не забывай, что ты можешь скупать и продавать все что угодно. Главное это время и верты на старт. К слову, ребята, которые сейчас стоят на лавке 24/7, зарабатывают от 100 миллионов верт в день. Лично у меня вылетало с этого способа по 80 миллионов в день, но я стоял на лавке не всегда. Но этот видеоролик подходит к концу. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подпишись на канал. А с вами был я, Виторио Амусо. Всем удачи, всем пока.